Лошади разворачиваются. Итак, под первым номером Загар, под вторым Конкурент, под третьим Живая, под четвертым Пульман, под пятым Патриарх. Внимание, будет даваться старт. Всех со старта возглавил Пульман, здесь же Патриарх, Синяя Живая. Отстал со старта Конкурент и Загар. Входя в правый поворот, бег возглавил Валерий Люцер на Пульмане. Третьими колесами Патриарх, Бровкой Живая, Дарья Конкурент и Загар. Так метки первой четверти впереди Пульман. На второй позиции Патриарх, на третьей Живая, сбой допустил Конкурент. 32,5 секунды, первая отметка дистанции за Пульманом. Сбой допустил еще один... У Конкурента проскачка, а к отметке... Второй четверти подходит Пульман в борьбе с Патриархом. 31,2 секунды, вторая отметка дистанции. На третьей позиции Живая, на четвертой Загар. Далее Конкурент. В борьбе в левом повороте Пульман и Патриарх. К отметке третьей четверти в борьбе Пульман и Патриарх. 31,7 секунды. Лошади вышли на финишную прямую. Впереди с небольшим преимуществом Пульман на второй позиции, Патриарх на третьей. Живая, из поворота показался Загар и Конкурент. Лошади подходят к финишу. Внимание, финиш!